К сожалению, готовых рецептов лечения нет, но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям. Подчеркиваю, недоброжелателям. Их было много, их остается много, их будет немало, потому что, как я вас предупреждал 3 месяца назад, пандемия – это не просто болезнь, это политическое и, уже сегодня мы видим, экономическое даже не противостояние, а война. Все государства пытаются использовать эту болезнь для того, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится.